Вести Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. Карачаево-Черкесия и Калмыкия обменялись опытом по внедрению инвестиционного стандарта. За 4 месяца текущего года на территории республики зарегистрировано 678 случаев ветряной оспы. Парковые зоны и общественные пространства Черкесска обработаны от клещей, и 16 медалей завоевали наши спортсмены на первенстве России по борьбе на поясах. Далее об этих и других темах. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции составила единый стандарт региональных мер поддержки, которыми смогут воспользоваться все участники СВО и члены их семей. В итоговый перечень вошли 20 мер, он будет представлен президенту в ближайшем докладе рабочей группы. Среди обязательных мер поддержки будут первоочередное зачисление детей участников специальной военной операции в секции и кружки на продленку в школах, компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льготы по транспортному налогу, по путевкам в оздоровительные лагеря, льготное питание детей участников специальной военной операции, которые учатся в 5-11 классах в школах или средних профессиональных образованиях. Помимо этого, будет внедрен социальный паспорт участника СВО, по которому бойцы и их семьи смогут получать необходимую помощь в будущем. По поручению председателя правительства России Михаила Мишустина на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» планируется реализовать пилотный проект по разработке единых стандартов оказания медицинской помощи туристам. Соответствующую задачу поставил премьер-министр страны по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. В частности, по поручению Михаила Мишустина до 1 июня должна быть создана специальная межведомственная рабочая группа. В нее войдут в том числе представители Минздрава, Минэкономразвития, МЧС, руководство Карачаево-Черкесии, а также управляющие компании «Архыз». Кроме того, в рамках исполнения поручения президента России, Минтранс, Минэкономразвития и Минстрой страны до 1 августа текущего года проведут технико-экономическую оценку проекта строительства автодороги между курортами Архыз в Карачаево-Черкесии и Красная Поляна в Краснодарском крае. Карачаево-Черкесия и Калмыкия обменялись опытом по внедрению инвестиционного стандарта. Напомним, что для улучшения уровня работы с инвесторами во всех субъектах России к 2024 году планируется внедрение единого стандарта. Так, для обмена опытом в данном направлении нашу республику посетила делегация из Калмыкии. Ее возглавил депутат Государственной Думы Федерального собрания страны от Калмыкии Бадма Башанкаев. Совместно с членами нашего правительства гости посетили два предприятия – завод по мясопереработке «Доматэ» и сады Карачаево-Черкесии. В эти дни в Дагестане проходит 23-я российская выставка овец и коз, в которой принимает участие и делегация нашей республики. На площадке мероприятия развернулись подворья нескольких регионов России. Здесь представлены изделия народных художественных промыслов и аграрная продукция. Субъекты демонстрируют овец, коз, быков, буйволов и лошадей. Карачаево-Черкесию представляют три племенных хозяйства – репродуктор «Магнат», «Икар» и племенной завод «Махар». Экспозицию нашей республики традиционно дополняют национальные подворья, где представлены домашние утвари народов Карачаево-Черкесии, предметы быта, национальные костюмы и блюда национальной кухни. Почти 16 тысяч жителей Карачаево-Черкесии обеспечат качественными коммунальными услугами благодаря новой программе модернизации ЖКХ. В 2023-2024 годах на территории 8 муниципалитетов республики заменят почти 130 километров инженерных сетей. Определены первоочередные объекты, по ним подготовлена проектная документация и получено положительное заключение госэкспертизы проекта. Ведется кадастровый учет земельных участков, на которых будут размещены инженерные сети. В ближайшее время пройдут конкурсы на выполнение строительных работ. Всего за 2 года в регионе реализуют 21 мероприятие, 17 в сфере водоснабжения и 4 теплоснабжения. Оператором новой масштабной программы модернизации выступает Фонд развития территории.
Этим летом в пришкольных лагерях Черкесска отдохнут более 1700 детей. Это учащиеся первых-седьмых классов. Оздоровительные площадки дневного пребывания по традиции будут организованы на базе 15 общеобразовательных организаций. Детей ждет интересный и активный отдых, различные увлекательные викторины, конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия. В программу также включены творческие занятия, познавательные экскурсии и походы. Пришкольные лагеря будут работать с 8:30 до 14:30. Предусмотрено бесплатное двухразовое питание. Готовность лагерей проверит специальная комиссия городского управления образования. Школьники Черкесска получат также путевки в загородные лагеря республики. Это прежде всего дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных, малообеспеченных семей, опекаемые и несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации. За 4 месяца текущего года на территории республики зарегистрировано 678 случаев ветряной оспы среди детского и взрослого населения, что более чем в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что ветряная оспа – это остро протекающее заболевание вирусного происхождения, течение которого характеризуется появлением на коже пациентов характерной пузырьковой сыпи на фоне общей интоксикации организма. В ауле Инжичишхо Хабецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Водитель автомобиля «Газель» допустил наезд на 8-летнего ребенка 2015 года рождения, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. В результате происшествия пострадавший от полученных травм скончался. Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Урупского района, причастного к гибели двух человек в результате ДТП. Тему продолжит старший помощник прокурора Карачая-Черкесии по взаимодействию со СМИ, общественностью Елена Дармограева. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа 2022 года около 12 часов 30 минут на 29-м километре автодороги Псемен-Пхия. Водитель машины УАЗ-31512, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части с песчано-каменным покрытием, не учитывая дорожные условия, не соблюдая боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, не справился с рулевым управлением. Вследствие чего он допустил съезд с проезжей части в кювет, что привело к попаданию автомашины в реку Большая Лаба. В результате аварии двое пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, утонули. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Урупский районный суд для рассмотрения по существу. Сотрудники управления наркоконтроля МВД по Карачаю-Черкесии совместно с Главным управлением наркоконтроля Министерства внутренних дел России при силовой поддержке бойцов спецподразделения «ГРОМ» задержали в Черкесске мужчину и женщину из Ростовской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и сильнодействующих веществ. У гражданина обнаружены и изъяты два полимерных пакета с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, является мефедроном общей массой 1 кг. Установлено, что запрещенное вещество предназначалось для сбыта на территории Карачая-Черкесии бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. При проведении дальнейших мероприятий сотрудники полиции в арендованной задержанным наркокурьером и его знакомой квартире в Черкесске обнаружили сильнодействующее вещество пригабалин общей массой более 1 кг, весы, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, а также упаковочные материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Более 15 гектаров парковые зоны и общественные пространства Черкесска обработаны от клещей, расставлено 700 ловушек для каштановой моли. К концу мая завершится обработка 1600 деревьев от болезней и вредителей, расположенные на улицах Первомайская, Демиденко, Октябрьская, Фабричная, Международная, Комсомольская и Ставропольская. Перед обработкой обязательно будет выполнена обрезка сухих веток. Кроме того, с начала мая все парковые зоны и общественные пространства Черкесска были обработаны от пастбищного клеща. Повторная обработка будет проведена в августе. В эти дни в Архызе проходит слет добровольцев Северокавказского федерального округа. Форум стал уникальной площадкой, которая собрала 150 участников для обмена опытом и лучшими практиками в сфере добровольческой деятельности. Основная цель развития добровольчества по направлению чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных работ.
Лучших добровольцев со всего Северокавказского федерального округа ждут новые знания и навыки, которые помогут ребятам повысить свой профессионализм и улучшить качество оказания первой доврачебной помощи и работы в кризисных ситуациях. Мероприятие проводится совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. При поддержке регионального правительства школьники республики реализуют 6 проектов в сфере креативных индустрий. Проекты были подготовлены в рамках интенсива «Развитие креативных индустрий в цифровой среде» проектный подход, который состоялся в центре «Спутник». Так, в течение 6 дней порядка 50 школьников, разделившись на команды, подготовили следующие проекты: стендап-шоу, ДК-воркинг, программа по знакомству с культурой карачаечки «Кейси. Новый взгляд», производство дизайнерской одежды «Войлок», проект по съемке сериала «Фабула» и другие. В республиканской столице прошел плогинг «Забег. Сделаем город чище». В экологической акции приняли участие учащиеся гимназии номер 17. Они собрали 120 пакетов по 120 литров пластикового мусора. По итогам забега лучших наградили ежедневниками и блокнотами из эко-сырья. 19 мая в Черкесске впервые откроется фото-выставка Банка России «Время и деньги», посвященная истории российских денег. Посетители смогут проследить эволюцию денег, ознакомиться с банковским оборудованием, а также узнать, как раньше пересчитывали крупные суммы денег и как это происходит сейчас. В день открытия выставки предусмотрены мастер-классы, на которых эксперты отделения Национального банка Республики расскажут о том, как защищают деньги от подделок и как в наши дни можно самостоятельно проверить банкноту на подлинность. Мероприятие состоится в картинной галерее. Посетить экспозицию можно будет до 24 мая, и вход бесплатный. Ну и последняя информация. 16 медалей завоевали наши спортсмены на первенстве России по борьбе на поясах. Состязания среди юношей и девушек до 18 лет проходили в Крыму. По итогам соревнований у сборной «Карачаечи» есть общекомандное первое место и 12 путевок на юношеское первенство мира. Призерами стали Али Байкулов, Ибрагим Гачияев, Салим Семенов, Ислам Татаркулов, Умар Джамбаев, Ринат Бастанов, Астемир Чагов, Тамерлан Каракетов, Азамат Баташев и другие. Спортсмены, занявшие первое и второе места, будут представлять сборную России на первенстве мира по борьбе на поясах среди юношей. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По данным региональных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В горах местами плюс 11-16 и выше 2500 метров слабая лавиноопасность. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров. Столбик термометра поднимется до 23 градусов. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-86-52-24-99-51. Прямо сейчас твой город преображается. Набережные и скверы становятся чище. Из рек и морей исчезает мусор, а собранные отходы сортируются, чтобы потом отправиться на переработку и обрести вторую жизнь. Это не магия. Это волонтерство. Беречь природу – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия.
До новых встреч!